think people will be able to live this kind of lifestyle. Окей, Света, он спрашивает, какие есть еще преимущества у автономного образа жизни, потому что очень многие люди именно хотят получить вот эти преимущества, список преимуществ для того, чтобы помочь им себя мотивировать на такой образ жизни. Ну, самое большое преимущество это, конечно же, излечение вашего тела. Еще okay, есть преимущество. So the main benefit is, of course, healing of the body. Еще есть такое преимущество, что на автономных днях у тебя очень сокращается сон и сокращается до такой степени, что ты не спишь каждый день. Тебе эта перезагрузка, она уже не настолько важна для твоего тела, для твоей головы. Another benefit is that when you practice autonomous days, you cease to sleep every day. You don't need to sleep every day every night anymore. Which means this kind of recharge is not needed anymore, as for most of the people. And that's another benefit. Mm-hmm. На автономных днях у тебя замедляется и либо на какой-то период останавливается дыхание. Когда останавливается дыхание, то происходит автоматическое расширение границ твоих познаний. Okay, so on autonomous lifestyle, you cease to breathe for some time as well as one of the phenomena. And when you cease to breathe, then your consciousness or your understanding widens up and you start realizing many, many new things. Uh-huh. Ну, когда ты можешь принимать ту информацию, которая тебе необходима на данный момент, сразу же, ежесекундно, как только тебе она понадобилась, то это как минимум очень приятно, и, конечно же, это очень полезно как для тебя, так и для окружающих. And when you have this ability to receive the information, the exact information that you need, exactly at that moment when you need it, it's very, very beneficial. You become very, very happy. And it's also very beneficial for yourself and for the people around you. Ну, это все базовое, что я вам назвала, а дальше там очень много разных вещей, которые, конечно же, прикрепляются, то, что ты начинаешь быть честен с самим собой, ты начинаешь себя принимать, ты познаешь себя. Это очень важно. Когда ты познаешь себя, естественно, у тебя твои желания сбываются моментально. Mm-hmm. So, of course, those are basic things. But in general, you start getting to know yourself. And as you proceed in getting to know yourself, your desires become manifested faster and faster.